Привет, чуваки! Вы на канале Crypto Commons, и мы наконец-то добрались до офиса The Moon. В который раз мы до него добрались. И сегодня я подозреваю, что мы точно встретим там всех, кого нужно, и поговорим. Поэтому пошли, не будем затягивать. Но не забудьте жамкнуть лайк и подписаться на канал, если вы зашли впервые. Высокая безопасность. Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и наконец-то мы в офисе The Moon. Привет, чуваки, как идут дела? Очень хорошо. Тут целая команда трудится. Привет, ребята. Винсент. Да, может, ты представишь ребят, расскажи, что они делают. Это команда финансов, это офис. И Винсент следит за тем, чтобы все финансы были в порядке. Так, точно. Отлично работаешь. Отлично. Клево. Ну что, пошли дальше, покажешь, что тут есть. Можем двинуться в этом направлении. Пампите пока лайки, ребят. Это юристы. Это команда соцсетей. Это определенно много людей, которые работают и следят за тем, чтобы бизнес работал так, как надо. Клево, прикольно. Слушай, и тут такой неплохой бильярд. Конечно, конечно. Это очень важно. Ты хорошо играешь? Я, да, неплохо. Неплохо, на самом деле. Это хорошо повеселиться. Ты усердно трудишься, а потом жестко играешь. А это доска почета, да? Именно, именно. Сейчас у меня 0 очков, потому что я был слишком занят. Да, Карл у нас занятой человек. Да. И крышесносный вид? Спасибо. А Дубай Марина? Это Дубай Марина. Это пальма. Отвал башки вообще. Очень красиво. Дай-ка покажу. Свою богадельню покажи нам. Мой главный офис. Это ресепшн. С лайкой. Привет. Рок-звезда. А это комната для переговоров. Это да, стоит зайти, наверное. Это для крупных совещаний, которые у нас иногда бывают. Совещания команды и с партнерами. Довольно круто. Клево, клево. Ну, пошли дальше. И это мой мастер-офис. Да. Приятный. Абсолютно крышесносный офис, чувак. Да, крутой. Только что достал новые экраны. О, да, кстати, поздравляю с приобретением. Здесь у меня отличные журналы. Это круто. Да, да. И да, как-то так. И вот это прекрасный, прекрасный постер Medieval Empires. О, да, это классный проект. Мы, кстати, только недавно записали интервью с Асадом. Отлично. И это тоже круто. Оно должно появиться у нас на канале буквально через пару дней. Очень хорошо. Меня зовут Карл. Да. Круто. Клевый офис, Карл. И у тебя там какие-то подарки, трофеи, да? Именно. Вот это вот от тебя было. О, да, это от наших друзей с Алтая. У них свой магазин. Да. Cryptocurrency Handmade на OpenSea. Очень красивое. The Moon. Ссылочка, надеюсь, в описании. И это был подарок от фаната. Это журналы с моим лицом. Моя кнопка YouTube за The Moon. О, да, у тебя их уже две. Да, это и у меня есть... Ты уже получил такую на своем втором канале, Карл Рунфельд. Да, это именно за Карл Рунфельд, мой канал влогов. Вы должны обязательно подписаться на второй канал Карла. Если вам нравятся влоги о лакшери, настрое и вдохновении, это канал для вас, ссылка в описании. Круто, слушай, очень классный сетап у тебя новый, вообще респект. Спасибо. Знаешь, я тоже вдохновился твоим видео и купил себе новый запасной MacBook. Вчера или позавчера. Отлично, отлично. Да. Очень круто. Да, это неплохо, мне нравится. А, ну да, чуваки, чуть не забыли. Быстрый теханализ от мастера теханализа. Привет, меня зовут Карл. Как вы уже знаете, я вас люблю. Ты красивая. Это не имеет смысла. Кто? А, публике. Кому ты это сказал?
Окей. Может быть. Давай, чувак, что ты думаешь про биткоин прямо сейчас? Это то, что интересует наших зрителей. Как ты торгуешь этой ситуацией? Эта ситуация... Мы можем видеть, что биткоин сейчас в очень-очень хорошей области. И это может быть двойным дном. И мы только что пробились из сопротивления вот здесь. И что я вижу, это то, что мы очень вероятно дойдем до вот этой цели, если это сюда поместить, вот так. Означает, что биткоин что может пойти на 22 300. Сейчас мы тестируем 20 200. И если мы отсюда отскочим, то мы очень вероятно поднимемся наверх к этой цели. Что нам не нужно, это чтобы биткоин пробился обратно в область. Потому что тогда мы будем заперты в этой скучной области, где мы сидели так долго. Все уже устали от этого. Я слежу за этой зеленой областью. Попросту 20 200 примерно. И хороший отскок будет означать, что у нас будет прорыв наверх. Это кое-что, что можно торговать на Байбите. Конечно, как всегда, ссылка на которую в описании. Да, ссылки в описании. Но погоди, а что ты думаешь про недельный таймфрейм? Потому что, когда мы загрузим это видео, возможно, что этот трейд уже отыграет, и мы пробьемся. Что насчет макроперспективы, бро? Итак, сейчас... Может, это большее W здесь формируется? Ну, то есть, это потенциальное двойное дно, но, по моему мнению... Двойное дно... Ну, то есть, да, это может быть двойным дном, но я предпочитаю, когда... У двойного дна больше формы. Ну, то есть, да, если мы пробьем над этим сопротивлением, то мы можем увидеть, да, серьезное движение наверх. Я покажу цель. Вот это может быть движением. Что означает, что мы можем пойти на 32 тысячи. Но сопротивление у нас вот эта желтая линия. Да, предыдущая поддержка. Огромный уровень предыдущей поддержки, который сейчас является сопротивлением. Так что я сказал бы 30 тысяч, если мы пробьемся из этого большого двойного дна. И это кое-что, что стоит торговать на Байбите. Я тоже войду в огромный-огромный лонг. 100%. Спасибо, что поделился. Спасибо. Окей, Карл, ну я думаю, что аудитории будет интересно послушать твое мнение о рынках, о биткоине, об эфириуме. Да-да-да. И особенно о касте. Да. Давай сделаем вот что. Мне кажется, это отличная идея. Почему бы нам не сделать это частью 2? Так что вы должны подписаться сейчас и нажать на колокольчик. Да. И подождать, да, потому что это видео мы загрузим... На втором канале. На Moon.ru. Очень клевая идея. Отличная идея, да? Ребята, это видео скоро будет. Мы поговорим о рынках, о касте... И о крипто в целом. Круто. Так что, чуваки, смотрите вторую часть этого интервью на канале The Moon.ru. Ссылочка сейчас появится сверху. Ставьте лайк и увидимся там.